Кодекс работы в сети. В Иванове состоялось подписание необычного документа. Свою визу под ним поставили представители вузов, общественных организаций, операторы связи. Присоединился и Департамент внутренней политики. Так в Ивановской области положено начало кодексу этической деятельности в сети интернет. Подписывая кодекс, организации подтверждают свою готовность содействовать в обеспечении безопасного информационного пространства в сети интернет, соблюдая требования законодательства Российской Федерации, положений международных договоров, рекомендаций уполномоченных органов государственной власти, тем самым формируя культуру безопасного поведения в сети. Добросовестная работа в интернете – это прежде всего снижение и предупреждение рисков, которые могут возникнуть. Защита персональных данных, недопущение опасного контента, борьба с сетевым мошенничеством. Мы четко понимаем, что сегодня вот эта глобальная сеть, она внесет в себе как и положительные стороны, так и отрицательные стороны. И есть достаточно много вопросов к интернету с точки зрения достоверности информации, с точки зрения определенных угроз в сфере там, идеологии, там, терроризма и прочих-прочих моментов. Кодекс категорично ни к чему не обязывает. Скорее, это декларация. Все собравшиеся подчеркнули его этическую составляющую. То есть это внутренние нормы, которые и так соблюдают уважающие себя организации. На мой взгляд, это все-таки принятие какой-то на себя, перед самим собой, ответственности за деятельность в области информатизации, в области вот стремительно развивающихся этих технологий, когда законы не успевают за реалии. Областная научная библиотека, которая также присоединилась к положениям кодекса, предложила его популяризировать. У учреждений есть для этого все возможности. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.